утром рано. Принцесса Анна пьет воду из крана. Принцесса Анна сегодня без стакана. Принцесса Анна, все это очень странно. Где твой сказочный принц, а вернее бездомный поэт? Он, наверное, рядом, он просто случайно зашел в туалет. Он там будет мечтать о тебе под шум унитазной воды. Он напишет стихи для тебя в клочке туалетной бумаги. И его эротический бред ты примешь за нежный сонетик. И в попытке сбежать от себя позовешь его вместе с собой. Не заметишь, что он негодяй, фарисей и ничтожный эклектик. Но тебе очень хочется стать кем угодно, но только другой. Течению глупого сна, который я придумал для тебя вчера.